продолжит наш вечер двойной концерт для скрипки и альта с оркестром Макса Бруха, хотя первоначально он был написан для кларнета и альта с оркестром. Почему для такого редкого состава? Да дело в том, что сын композитора Макс Феликс Брух был кларнетистом, и именно ему предназначалось это сочинение в том числе. Произведение абсолютно также написанное в духе романтизма. Здесь очень много диалога с музыкой Шумана, Брамса. Макс Брух. Двойной концерт для скрипки и альта с оркестром. Ми минор, опус 88 в трех частях. Солисты. Солисты Московского симфонического оркестра «Русская филармония». Лауреаты международных конкурсов Владимир Солуянов, скрипка, Москва. И Клавдия Симонова, альт. Москва. Thank you.
Да, готовьтесь, да.